Говорите прямо, что вам нужно. Вот это другое дело. А то убить меня... Мы с вами враги, Шельга. Но работать мы должны вместе. Я, с вашей точки зрения, выродок и величайший индивидуалист. Ну и сволочь. А именно, вы правильно поняли. Я, Петр Петрович Гарин, волею сил меня создавших, с моим мозгом не улыбайтесь, Шельга. С моей жадностью и беспринципностью противопоставляю себя буквально. Противопоставляю себя человечеству. Под мировым океаном гигантские, выжженные в граните пространства. И вот оттуда из тьмы мы будем доставлять на поверхность все, что сочтем нужным оставить человечеству. Причем контролируем только мы, Роллинг, только мы! Да, но, конечно, для того, чтобы построить такие шахты и начать эксплуатацию, нужно очень много денег, стоит это дорого. Но именно это я называю властью над миром. Властью подлинной, абсолютной, безраздельной. Я, Петр Гарин, милостью сил меня создавших, с моим мозгом, с моими неизжитыми страстями, от которых порой мне бывает тяжело и страшно, с моей жадностью, беспринципностью, с моей фантазией, которая, возможно, вам кажется безумной. А я верю. Я чувствую в себе силы осуществить это.